Здравствуйте, меня зовут Веста Буркот, мне 30 лет, я закончила ВГИК в 2009 году, мастерскую Всеволода Николаевича Шумского. А какие роли вам в основном в кино предлагают? Разные. Вообще, в последнее время совершенно разные. Сейчас играем одну из главных отрицательных ролей в фэнтези. Я там такая женщина, которая вампир, превращается в оборотня, высасывает людей. Там, до этого я, наоборот, играла, там был полный метр, у меня была вот второго плана, я была такая библиотекарша, у меня одевали очки, там пучок какой-то, я такая вся подходила, характерная, очень скромная, такая барышня. Вот. Но вам ближе по духу какие роли? Ну, наверное, стервозные больше. Стервозные? Да. Ну, мне и дают почему, наверное, из-за внешности больше отрицательные роли. Понятненько. А в театре служите? Нет. Сейчас вот нет, то есть вроде как числюсь, но я отказалась. А в каком? В театре студии театра Всеволода Николаевича Шумского. Там было два спектакля, один мы, ну, короче, разошлись все, поэтому сейчас его не соберем. И второй спектакль был «Девичник», у нас там главная героиня еще одна из забеременела, ушла, сейчас попытаемся найти второй состав, из-за этого все заморозилось. Вроде слава богу, потому что у меня нет времени в театре сейчас. Ясненько, спасибо большое.